Здорово, мой братишка, значит, ты залетел на мой канал, и вот этот видеовыпуск, значит, ты должен обязательно досмотреть до конца. Потому что, значит, я создавал проект офигенно пиздатый, да? Называется он «Царь горы». Опа. Запомнил, записал, молодец, красавчик. Так вот, я хочу тебе рассказать, что это за проект и почему тебе нужно в нем участвовать, вот. Расскажу тебе все по полочкам, объясню, чтобы ты, значит, не только, значит, тренировался, да, качественно, красиво, но из-за этого, наконец-то, начал получать баблишко. Вот так. Проект «Царь горы». Ты, значит, тут тренируешься по моим схемам, сушишься, набираешь в зале, на улице, хоть дома занимайся. Но и, выполняя задание, получаешь, ну, абсолютно реальные деньги, значит, да? Ну и у тебя есть возможность бороться за главные призы проекта. Я специально это видео выложу как премьера. Мы сможем с тобой общаться на протяжении данного видео, когда оно идет. Вот. И я тебе в чате смогу спокойно отвечать на все вопросы, которые у тебя появятся. А они у тебя обязательно появятся, я знаю. И обязательно, значит, в комменты тоже пиши, чтобы точно понять, зачем этот проект и к чему он может тебя привести. Так, ну еще что я придумал. Для твоей дополнительной мотивации, чтобы, значит, ты не соскочил, значит, да, блин, с участия. Вот, я буду выполнять все испытания вместе с тобой. Буду зарубаться, буду снимать контент, как лучше выполнить данное испытание, которое ты будешь с удовольствием смотреть и получать удовольствие, ну и, конечно же, будешь обучаться, что немаловажно в нашем проекте. Ну и чтобы, значит, залететь на проект, тебе надо зарегистрироваться. И я сейчас тебе покажу, детально расскажу, как, что нужно сделать, а то у многих возникает огромное количество вопросов, многие боятся выставлять видео, многие боятся, значит, выставлять свои фотографии. Ребятишки, если вы этого не хотите, ничего не нужно будет показывать остальным. Самое главное, чтобы это увидел администратор нашего проекта, посчитал, засчитал и зачислил бабки, значит, наконец-то вам уже. Так, значит, братишка, теперь твоя задача начать играть. Начать играть в проект «Царь горы». Ну, или в игру «Царь горы», как хочешь, так и называй. Спортивную игру «Царь горы». Вот, для этого нужно всего лишь навсего, значит, набрать «царьгоры.онлайн» и нажать «Вступить в игру». Конечно, ты можешь лендинг наш красивый посмотреть еще раз. Заценить все, посмотреть, что тебя интересует, да? Ну, задача одна, значит, где-то нажать «Вступить в игру». И ты попадаешь, значит, в свой личный кабинет, в котором нужно зарегистрироваться. Вот. Регистрация просто элементарная и простая. Значит, нажимаешь на регистрацию, вводишь, значит, твое имя. Меня зовут, значит, Виктор. Фамилия моя Симкин. Город Москва. Советую вам сразу вводить данные максимально точные, потому что это может быть там связано там с призами, с вручением каких-то там подарков, денег и всего остального. Также обязательно указывайте правильный свой email, потому что туда будет приходить и программа тренировок, и дополнительная информация по игре, по платформе. Значит, я ввожу свой актуальный ящик, пишу, значит, актуальный номер телефона для того, чтобы восстановить аккаунт, если вы, значит, проебали его, да, или пароль, либо у вас его спиздили, вот, это обязательно, значит, придумывайте сложный пароль, опять же, для того, чтобы ничего не спиздили у вас, и ставите аватарку. Аватарка не обязательно, но чтобы идентифицировать себя на сайте, очень, думаю, будет плюсом. Так, значит, находите свою самую красивую фотографию. Можно, видите, закадрировать ее. Аватарочка готова. Соглашаешься на обработку данных, политику конфиденциальности, контактную информацию, публичную оферту, обязательно почитайте перед этим. Вот. Следующий шаг, значит, вы определяете, ну, или вводите свой, значит, актуальный вес и свой, значит, рост. Следующий шаг, значит, это выбор программы тренировок. Программу я создал, чтобы тренироваться в зале, на улице и дома. Уровень сложности. Новичок, опытный профессионал. Как определить, опытный ты уже или все-таки еще новичок, либо уже профессионал? Конечно, все это сугубо такое, мое мнение. Но я считаю, до года занятий в тренажерном зале, на улице, постоянных тренировок, это значит новичок. После года до 3 это опытный. И свыше, значит, 3 лет, это, конечно же, профессионал. Либо ты, значит, уже чувствуешь себя, значит, красавцем-молодцом, выбирай просто то, что велит тебе сердечко твое. Вот это будет максимально правильный выбор. Цель занятий у нас есть 4 также. Это, значит, сушка, набор, поддержание формы и увеличение функционала. Я, значит, здесь выбираю то, что нужно мне. Значит, я хочу программу, значит, которая в зале. Ну, уровень у меня профессионал. Я же профессионал. Вот. Ну и что хочу? Подсушиться хочу.
Ну и просто нажимаю «Зарегистрироваться». И все. Регистрация окончена. Теперь наша задача просто войти в личный кабинет. Значит, вводим данные свои, которые мы ввели. Вводим пароль. Пароль. Можно сохранить, чтобы впоследствии, вы каждый раз его не вводили. Так, вот как выглядит личный кабинет. Сейчас по пунктам вам расскажу, who is who. У вас есть, значит, вкладка «Задачи». Это актуальные задачи, которые сейчас есть на данный момент. Вот у нас есть подтягивание, значит, задача. Вот таймер идет. Таймер, когда закончится таймер, все, это задание уже нельзя будет выполнить. И ты уже не сможешь поучаствовать в рейтинге, а соответственно, если ты не сможешь поучаствовать в рейтинге, тебя не оценят, ты не получишь никаких денег и ни баллов зачетных. Каждое задание определенно имеет цену. 10 человек получают гарантированные бабки. Ну, уже зависит от задания. Ну и, понятное дело, рейтинговые очки в зависимости от занятого места. После выполнения будет составляться рейтинг, который вы видите в следующей вкладке. Вкладка так и называется — рейтинг. Здесь, значит, будет таблица всех участников от первого до последнего. И будет написано количество бабок им заработано и количество, значит, очков, которые он также заработал. Пока у нас только есть личный зачет, парный, клубный зачет будет уже впоследствии. В уведомлениях приходят все сообщения от администрации о акциях, о каких-то бонусах, которые ты можешь получить, о доступе в чат и так далее и тому подобное. Так что обязательно постоянно проверяйте уведомления. Ну, там, конечно же, как и у вас, значит, в телефончике, будет сообщение о том, что у вас сообщение не прочитано. Что такое вкладка голосования? Так вот, у нас есть возможность загрузить фотографию до, это не обязательно вообще, да, но у нас будет специальный приз за лучшую трансформацию по итогам сезона, вот. И, значит, если ты хочешь в ней поучаствовать, в уведомлении тебе придет образец фотографии, там будет нужно просто определенное кодовое слово, значит, написать, ну, понятное дело, чтобы это была актуальная фотография твоя. И когда у нас будет конец сезона, ты, значит, загружаешь фотографию после. Фотографию после, опять же, мы пришлем тебе образец, как нужно сделать. Все разжуем, чтобы ты точно правильно сделал все. И потом все участники, значит, нашего проекта смогут в этом окне проголосовать за участника, которого понравилось им больше всего. Именно только участники проекта, ну, зарегистрированные пользователи, смогут здесь голосовать. Так что будет все максимально честно, не будет никаких левых людей, ни накруток, ничего. Как могло бы быть при голосовании в какой-то социальной сети, например. Теперь про испытания. Испытания будут появляться. Прям, и видите, как и на заглавной странице она появляется, и в задачах она появляется. Значит, ты можешь открыть, и оно тоже появится. Задание стоит просмотреть в первую очередь. Значит, мы нажимаем на «Начать видео». И здесь тебе максимально подробно я рассказываю, как нужно выполнять испытания. Какие критерии, значит, оценки. Какие основные нюансы в технике выполнения. Так что внимательно смотри и выполняй испытания. Пока вот ты просто зарегистрированный пользователь, ты пока не обладаешь полным функционалом нашего проекта. Ты пока не получил ни программу тренировок, не можешь участвовать в рейтинге, не можешь, значит, отправлять задания на проверку. Теперь расскажу, как стать участником, полноправным подаваном проекта «Царьград». Значит, ты просто нажимаешь на «Стань участником». По вашим многочисленным просьбам и мольбам, дядя Витя сжалился и не стал делать проект стоимостью 2000 рублей. А он, значит, с царского барского плеча вам сделал проект по 1000 рублей. Вот сейчас мы попробуем оплатить и посмотрим, как работает функционал проекта в плане оплаты, есть ли какие-то заминки или что-то еще. Вот я хочу оплатить. Понимаю условия, почитал их внимательно. Ну вот, например, если хочу оплатить Яндекс деньгами. Вот у меня есть кошелечек, значит, у меня тут бабульчики есть. Я, значит, хопа, и плачу. Так, значит, на телефончике просто нажимаю кнопочку, потому что у меня есть приложуха, значит, да, Яндекс.Денег. Хопа, подтверждаю. Все, что происходит на нашем сайте, будет, ну, все изменения образно, будет уведомление, будет приходить, конечно же, вам на почту. На телефон я решил не делать, чтобы не засирать вам телефон, ну, а на почту, значит, а почту засрать, значит, можно. Но тут вся полезная информация только приходит, так что имейте в виду. Она, бывает, сразу приходит, но если вам не пришла, значит, заходите в настройки профиля, подбор программы тренировок, что выбрали при регистрации, нажимаете «Получить программу», и она еще раз вам приходит на вашу почту. Ну, если она первый раз вам не пришла. Ну, или вы где-то похерили, забыли, потеряли.
Вот, пожалуйста, программа Тренироу. Это полноценная программа на сушку для уровня профессионала. Вы его, значит, скачиваете, открываете. Здесь есть все. И планирование, значит, и тренировочный процесс с подходами, повторениями, отдыхом между подходами и все основными нюансами. Значит, здесь вы, значит, кликнув на ссылочку, значит, можете посмотреть технику выполнения всех упражнений. Специально для вас разработанный плейлист, значит, мы, значит, с дядей Матвеем создали, да, шикарно крутой, где все-все-все упражнения есть, чтобы ты посмотрел, чтобы ты не сомневался в правильности выполнения своих движений. Также здесь расписано план питания, да, и, конечно, план приема спортивных добавок. Опять же, спортивные добавки, как я уже написано, не обязательны, но приводят к лучшему результату. Если вам план не пришел по какому-то, вот, ну, бывает такое, ребят, но все-таки это все-таки компьютер. Во-первых, частенько, мы уже просто тестили, значит, ребятам приходит в спам. Обязательно проверяйте спам, вот. Может быть, программа затерялась там. Но если не пришла, то вы, значит, заходите в наш замечательный телеграм-чат, где я отвечаю на все вопросы, или я, либо администратор нашего сайта отвечает на вопросы по техническим вопросам, либо по вопросам, которые возникли у вас, значит, с программы тренировок, либо еще какие-то вопросы. Короче, на все вопросы у нас есть 24/7 телеграм-канал. Милости просим, заходите, если вы участник. Вот. Если не участник, мы нахуй выкинем вас оттуда и все дело. Вот так. Теперь вы полноправный участник. Да, ваш рейтинг 0. Пока. Но, чтобы ваш рейтинг не был 0, значит, нужно выполнять испытания. Значит, вы здесь посмотрели внимательно, как выполняется испытание, что нужно сделать для этого, да? Отсняли его. Ваша задача — отправить результат. Для этого, ребятишки, вам нужно создать ваш, ну, YouTube канал. Я думаю, ну, не обязательно там делать какой-то охуенный YouTube канал. Вообще, мне нужна только нашей администрации, образно, нашим менеджерам, нужно всего лишь навсего просто ссылка на ваше видео в YouTube. Ну, чтобы мы его посмотрели, оценили и посчитали результат. Вот. Ваше выполнение не будет видеть никто другой, кроме вас. Но если кто-то сомневается в количестве, там, значит, количестве выполнения, вот, например, там, вот подтягивание на перекладине, значит, за минуту. Все там скинули, у кого-то 40, у кого-то 30, у кого-то 25. А один прислал и видео, и мы там, у него там 75. И все-таки, да ладно, как он это смог сделать? Мы, значит, в телеграм-чат высылаем это видео только для избранных, только для участников проекта. Так что не стесняйтесь. Вы боитесь, многие, что вашу фотографию, значит, увидят тут, значит, какие-то недоброжелатели, значит, будут смеяться над вами. Либо технику выполнения вашу кривую, значит, увидят. Ребята, не стесняйтесь, это для нас. Это для вас, чтобы вы развивались, чтобы вы зарабатывали баллы, чтобы вы получали бабки. Это все для нас, для нашего пользования, не для кого-либо другого. Вот. Так что внимательно смотрите видео, выполняйте так, как написано и рассказано, значит, в видеоролике. Как не написано, блядь, а рассказано в видеоролике. Четко так же выполняйте, присылайте. Администратор, менеджер смотрит, считает. И по итогам этого составляется, значит, рейтинг выполнения этого испытания. И уже когда, значит, все прислали, мы всех посчитали, всем заработанные бабочки, значит, зачислили. Вы, значит, заходите в рейтинг и чекаете, кто же лидер, значит, сезона. На кого стоит равняться, кого стоит, значит, в подвороте с ножничком поймать, чтобы он дальше не участвовал. Вот, испытания будут максимально разнообразные. Так что, если ты и новичок, и профессионал, и опытный, участвуй, брат, зарабатывай бабки. Шансы есть абсолютно у любого. Но самый большой шанс будет у того, кто с самого начала в проекте. Потому что, понимаете, каждую неделю будет вам испытание. Одно проебали, у вас уже какое количество рейтинговых баллов будет в минус. Огромное количество. Так что имейте в виду, как в любой игре, лучше начать с самого начала. Часто задаваемый вопрос отвечу сразу, чтобы потом у вас не возникало моментов. Ну, потому что мы уже делали два тест-сезона, и ребята говорят, а вот я один раз заплатил, почему на следующий сезон у меня нет возможности, значит, поучаствовать. Ребята, тут каждый сезон — это новая борьба, это новая игра. Это вот образно зашел ты, значит, в Apex Legends, да, катка у тебя идет. Вот это катка, и царем горы становится один чемпион. Так вот, ты зашел в катку и ебошишься. Пока, значит,
не остался один победитель. Ну, у нас победителей будет только три. Вот так. Вот ты, значит, участник проекта «Царь-горы», значит, ты можешь зарабатывать здесь бабульки, значит, здесь ты можешь получать баллы, значит, зарабатывать призы. Можешь трансформацию какую-то охуенную покажешь, мы тебе, блядь, навалим всякой хуйни, да, крутой пиздатый. Но также ты можешь постоянно зарабатывать деньги. Ты даже можешь там заработать небольшое количество денег, но ты можешь их подкопить и потратить, значит, в нашем замечательном онлайн-шопе. Вот. Он будет постоянно заполняться, будут появляться постоянно какие-то новые позиции. Кстати, может быть, если ты владелец какого-то бренда, значит, может быть, какой-то магазинчик у тебя есть свой собственный, и хочешь, значит, с нами поколлаборировать, да, значит, может быть, свою продукцию здесь разместить, чтобы ребятишки тоже могли покупать, то милости просим, также пишите, звоните, мы открыты к сотрудничеству. Вот, например, у нас уже сейчас есть партнер, там, резиновые ленты, там, значит, у нас есть, есть печенье спорте партнер, да, ну, понятное дело, что одежу мою пиздато охуенную вы можете здесь приобрести за звезды, которые заработаете в нашем проекте, да. Ну и обязательно, конечно, появятся и гаджеты, и появятся телефончики сотовые, и компьютеры, возможно. Но пока это не точно. Если будем развиваться, если вы будете играть, ребята, все для вас сделано, чтобы вы, значит, были красивыми, веселыми, счастливыми. Но и когда вы играете, у вас есть дополнительная мотивация просто ебошить и никогда не заканчивать. Вот так. Все для вас, ребятишки. Основной вопрос, который вы постоянно задаете. Не обязательно выполнять испытания. Если ты хочешь зарабатывать бабки, участвовать в рейтинге, тогда ты выполняешь испытания. Если ты этого делать не хочешь, ты просто занимаешься по планам тренировочного процесса, который я разработал. Можно сказать, ты получаешь халявный, супер халявный план за 1000 рублей образно от меня, который, блин, я продаю в обычное время аж за 10000 рублей, ну, правда, конечно, с индивидуальным ведением. Вот. Так что, брат, просто участвуй. Просто этот проект я сделал, если честно сказать, просто от души душевной, просто получает это удовольствие. Надеюсь, и ты от этого получишь удовольствие и поставишь свой царский королевский лайк и на это видео, и вообще на проект в целом. Так, короче, братишка, посмотрел, значит, видео. Это игра. В первую очередь, это игра, это, значит, такой конкурс. Знаешь, раньше ты, значит, там качал своего персонажа, значит, в какой-то игре, значит, да, может быть, да, развивал его ловкость, силу, выносливость. Здесь абсолютно то же самое, только твой персонаж — это ты, вот. И, кстати, еще бабки можно зарабатывать, блядь, пиздец, охуенно. Чем быстрее ты, значит, вступишь в игру, тем больше шансов у тебя победить. Так что просто не упускай свой шанс, регистрируйся, значит, обязательно вступай в игру, потому что у других будет больше шансов, значит, просто тебя, блядь, разъебать. Вот и все. Значит, участвуй, становись царем горы, блин, значит, будь красивым, веселым, счастливым, как дядя Витя. Как всегда, все ссылочки в описании, чтобы ты перешел, посмотрел, ну и хотя бы попробовал, вот и все. Я очень тебя люблю, значит, спасибо тебе за царско-королевский лайк, который поставил под этот видос, за комментарий, который ты написал, ну и, конечно же, за подписку на канал. На нашем канале выходит много разного контента, надеюсь, что он тебе нравится. Все, люблю, целую, встретимся, значит, на Зарубоне в Царь-горе. Опана. Все, жду. Опана! А ты красавочка, молодец, смотришь до конца, значит, пасхалочка для тебя. Если ты, значит, видишь вот то, что я тебе сейчас говорю, уже 200 звезд зачислено на твой счет. Так что обязательно напиши мне в личечку, да, что дядя Витя, я досмотрел до конца. Где мои, блядь, мои 200 звезд? Вот так, вот так.